Кстати, в промышленность Западно-Казахстанской области иностранные инвесторы вложили свыше 115 миллиардов тенге. В целом же доля таких вливаний в основной капитал составила 60%. Благодаря запуску новых производственных линий открыто 1130 рабочих мест. Одним из таких проектов стала совместная с турецкими инвесторами линия по производству электрощитового оборудования. Она работает на трансформаторном заводе. Стоимость проекта 500 миллионов тенге. С начала года здесь уже выпустили около 600 единиц товара. Турецкие партнеры в течение года обучали местных специалистов. Наша компания преуспела во всем благодаря туркам. Они нам показали свой опыт, поделились своим опытом, дали как бы чертежи. Мы все обосновали, рассмотрели. И начали выпускать новые шкафные конструкции. Объем инвестиций именно не сырьевого сектора экономики по итогам 7 месяцев у нас 53 миллиарда тенге, рост на 32%. Доля внешних инвестиций в общем объеме на сегодняшний день составила 60%. По проектам карты у нас на сегодняшний день во второй пятилетке реализуется 31 проект на общую сумму 88 миллиард тенге.